Возле детской площадки на набережной Табеева челнинцы обнаружили кусты с ягодами. Они предполагают, что это ядовитые растения, плоды которого в народе называют волчьей ягодой. Сейчас куст засох и ягоды черного цвета. Это растение цветет в июле, а созревают плоды в августе. Здесь этих кустарников просто не счесть. Челнинцы опасаются, что ребята однажды попробуют на вкус их плоды, ягоды. Уверяют, родители должны предупреждать своих детей, что есть их нельзя. Это, да, ядовитая. Она интересна для детей, красива. Мы играли с ними в детстве. Но родителей надо предупреждать. Волчья лыка – научное название этого кустарника. По словам руководителя детского эколого-биологического центра, они вырастают от метра до полутора в высоту, а их плоды ярко-красного цвета. И они ядовитые, отметил Владимир Товма. Если понюхать эти цветы, несколько раз нанюхаться их, то, в принципе, будет головная боль обеспечена. Если покушать ягоды, ягоды эти очень ядовитые и вызывают жжение во рту, тошноту, рвоту, жидкий стул, недомогание. Если много скушать, может быть даже остановка сердца, может быть даже смертельный случай. Как сообщили в исполкоме, на набережной Табеева будет проведен осмотр территории сотрудниками горзеленхоз. В случае обнаружения вредоносной растительности она будет убрана. Азиля Шаймухаметова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ.